Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2011 года выпуска. Двигатель 2.2 дизель, полный привод, коробка автомат. Пробег на автомобиле 92 тысячи километров. На этом автомобиле заменю сегодня задние тормозные диски и колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю колеса и там посмотрю, как. Если получится развести компьютером, разведу компьютером. Если не получится, тогда придется через бортовой компьютер пробовать разводить. Поднимай. Вот подсоединил ОБД разъем. Находится под рулевой колонкой слева. Запускаю сейчас CarsAuto. И попробуем определить и развести сзади колодки, потому что без того, чтобы их не разводить, мы не сможем утопить цилиндрики. Вышел обратно в режим. Модельный ряд вообще с 12 года начинается, но машина куплена одна из первых, поэтому по году выпуска на 11. Выбираем Evoque 12 год, выбираем тормозную систему. И в тормозной системе выбираем ПБМ, вот этот ручной тормоз, модуль управления. Нажимаю ОБД. Зажигание у нас включено. Так, здесь переходим в сервисный режим, структура регулировок. Выбираем тип. Отпустить в сервисное положение. На ровной площадке. Он стоит на ровной площадке. Окей. Стоит на ровной площадке, убедился. Стояночный тормоз должен быть отпущен. Выключил. Эта функция втянет поршень, чтобы можно было установить новые тормозные колодки. Окей. Подождите. Завершена неудачно. Что такое? Все, оба поршенька у нас втянуты. Теперь мы можем снимать суппорта и снимать тормозные диски. Поднял автомобиль, колодки уже развел, теперь остается нам только открутить цилиндры, открутить скобу и менять, уже откручивать и менять тормозной диск. Здесь головка на 15, наверное. Да, головка на 15. Снимаем цилиндр. И подвешиваем его, чтобы он нам пока не мешал. Колодки, как видно, все уже на подходе были.
выработка на диске уже большая. Управляющие ходят мягко, но видно, что простукивает смазки уже маловато. Откручиваем скобу. Головка на 15. Пришлось ВД-шкой размачивать. Беру биту 45 и откручиваю Т50, наверное. Да, Т50 бита Торкс. Нормально. И отбиваем диск. Кромку видно большая, что внутри, что снаружи. Щеткой по металлу чищу посадочные. Брызгаю медной смазкой. И беру новый тормозной диск LR027-123. Тормозной диск. Ставим его. Также берем новый болт. Новый болт LR002-080. Смазываю маленькой медной смазкой и закручиваю.
смазываю направляющие. Смазки здесь хватает, но мы ее заменим. Пыльники здесь снаружи одеваются, поэтому их можно снять. Беру тряпку и отверткой. Вытаскиваю смазку. Все, как видно, чистые. Одеваем. На место пыльники. Вытираем направляющее. Смазывать буду Тойотой. Номер ее 08-887-83010. Также второе. Беру горошину. И заводим ее вовнутрь, размазываем. И также во вторую тоже беру горошину и тоже заводим ее вовнутрь и размазываем. Надеваю обратно пыльники. И вставляю направляющие. Вдавливаем, чтобы воздух вышел. Чтобы направляющие были не поджаты. Вот, как слышно, воздух выходит, и они до конца уходят. Вот они не поджаты. Если они будут поджаты, будут зажимать суппорт. И болтания на новой смазке сейчас нету уже вот этого стука, который был. Смазываю резьбу на скобе. И закручиваю болты.
берем новые колодки LR-043-714. В комплекте идут новые противоскрипные пластины, ну и колодки. Так, одна идет желтая, другая идет белая. Так, желтая у нас нижняя. Белая у нас получается верхняя, да? Сейчас. Да, желтая у нас нижняя, белая у нас верхняя. Мажу торцы колодок. Так, добавляю немножко подпыльник смазки. Смазка Фэби. И разгоняем ее по кругу, сколько сможем. Теперь беру струбцину. Здесь есть три засечки для съемника. Я так полагаю, что можно все-таки пытаться. Сам я этого ни разу не делал. Но раз они есть засечки, значит все-таки можно пытаться съемником вкручивать их. Но есть вероятность, что потом может адаптация ручника пройти неверно. Поэтому я этим не рискую. А сейчас достаточно взять струбцину и вдавить поршень. Вот и все. Поршень я вдавил. Одеваем на место цилиндр. В комплекте идет два новых болта. Нижний болт я закручу новый. А нет, в комплекте идет 4 болта, но они без шайбы. Это вот оригинальный болт, это который идет в комплекте. Поэтому я оставляю вот эти болты, которые стояли. Они мне больше по душе.
Также смажу ступицу. Одеваю колесо, иду, меняю вторую сторону. Вторую сторону уже показывать не буду. Точно так же аналогичным образом все меняем. А после этого, как я ее заменю, разведем колодки. Заменил и вторую сторону. Сейчас развожу компьютер, и вы услышите, как разводится электродвигатель. Включаю зажигание. Зажигание включено. Так, сервисное положение я. Так, калибровка продольного акселератора. Делаем калибровку. Завести надо. Не успел показать. Так, выключаем зажигание. Нажимаем ОК. Теперь включаем зажигание. Ставим на парковку. Выключаем с парковки. Так, чтобы выключить с парковки, нужно тормоз надавить. Все. Колодки у нас заменены. Ставлю колесо. Все, из приложения я вышел, нажимаю на педаль тормоза и снимаю ручник. С ручника снял. Колесо у нас крутится. На ручник поставил, колесо не крутится. Также выставил максимум по тормозной жидкости. Теперь у нас колодки перед и зад новые. Также и диски новые. Закрываю здесь крышку. И на этом все. Замену задних колодок, тормозных дисков я закончил. Всего вам доброго.